определенного вида профессиональной деятельности. Надо как-то пробраться мимо османов. Обязательные требования к минимуму содержания, структуре дополнительных профессиональных программ, условиям их реализации и срокам обучения по этим программам, утверждаемые в соответствии с настоящим федеральным законом, обученными федеральными органами исполнительной власти. 9. Образовательная программа. Комплекс основных характеристик образования, объем, содержание, и результат. Форма аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ, учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 10. Примерная основная образовательная программа, учебно-методическая документация, примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, иных компонентов, определяющие рекомендуемый объем и содержание образования определенного уровня или определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы. Одиннадцать. Общее образование, вид образования, который направлен на развитие личности и приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирования компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионального образования. Двенадцать. Профессиональное образование. Вид образования, который направлен на приобретение обучающегося в процессе освоения основных профессиональных и заученных программ знаний, умений, навыков и формирования компетенций определенных уровней и объемов, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенном состоянии, работу по конкретной профессии или специальности.
учебный план, документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периоду обучения. Промежуточной аттестации обучающихся. 23. Индивидуальный учебный план. Учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей образовательных потребностей конкретного обучающегося. 24. Практика учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 25. Направленности, профиль, образование, ориентация образовательной программы на конкретные области знания или виды деятельности, определяющие ее предметно-тематическое содержание и обладающие виды учебной деятельности обучающегося к результатам освоения образовательной программы. 26. Средства обучения и воспитания, приборы, оборудование, включая спортивные оборудования и инвентарь, инструменты, в том числе музыкальные, учебно-наглядные пособия, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной деятельности. 27. Обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям или физического или юридического лица, которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы. 30. Отношения в сфере образования. Совокупность общественных отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися содержания образовательных программ, образовательные отношения и общественные отношения, которые связаны с образовательными отношениями и целью которых является создание условий для реализации права граждан на образование. 31. Образовательных отношений, обучающихся родителей, законы, представителей, несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 32. Участники отношений в сфере образования, образовательных отношений и федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, работодатели и их объединения. 33. Конфликт интересов педагогического работника, ситуации, при которой у педагогического работника при осуществлении профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей, законных представителей. Обучающихся. 34. Присмотр и уход за детьми. Комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение соблюдения неотъемлемого режима дня. Один государственная политика. Становится на Боже! Все катится к чертям. Надо вернуться к Уайтхоллу.
Надо вернуться к Уайтхоллу. Уже скоро. Законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования, далее, законодательство об образовании. Два целями правового регулирования отношений в сфере образования являются установление государственных гарантий, механизмов реализации прав и свобод человека в сфере образования, создание условий развития системы образования, защита прав и интересов участников отношений в сфере образования. Три основные задачи правового регулирования отношений в сфере образования являются: 1. Обеспечение и защита конституционного права граждан Российской Федерации на образование. 2. Создание правовых, экономических и финансовых условий для свободного функционирования и развития системы образования Российской Федерации. 3. Создание правовых гарантий для согласования интересов участников отношений в сфере образования. 4. Определение правового положения участников отношений в сфере образования. 5. Создание условий для получения образования в Российской Федерации иностранными гражданами и лицами без гражданства. 6. Разграничение полномочий в сфере образования между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. 4. Нормы, регулирующие отношения в сфере образования и содержащиеся в других федеральных законах и иных нормативных субъектов Российской Федерации, правовых субъектов самоуправления, должны соответствовать настоящему федеральному закону и не могут ограничивать право или снижать уровень предоставления гарантий по сравнению с гарантиями, установленными настоящим федеральным законом. Я увидел и... 5. В случае несоответствия норм, регулирующих отношения в сфере образования и содержащихся в других федеральных законах и иных нормативных правовых актах Бишоп, сообщите командованию, что мы выдвигаемся. Законах и иных нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, правовых актах органов местного самоуправления, нормам настоящего федерального закона применяются нормы настоящего федерального закона, если иное не установлено настоящим федеральным законом. 6. В случае, если международный надо добраться до делового пункта. Установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим федеральным законом, применяются правила международного договора. 7. Действие законодательства об образовании распространяется на все организации, осуществляющие образовательную деятельность на территории Российской Федерации. 8. Законодательство об образовании в отношении Московского государственного университета имени М. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного университета, а также организаций, расположенных на территории инновационного центра Сколково, на территории международного медицинского кластера,
на территориях опережающего социально-экономического развития, на территории свободного порта Владивосток и осуществляющих образовательную деятельность, применяется с учетом особенностей, установленных специальными федеральными законами. Время. Федеральных законов от 20... Надо срочно бежать к командованию. 15-го года номер 160 ФЦ от 13 июля 2015 года. А где все? Года номер 213 ФЦ. Девять на граждан, проходящих федеральную государственную службу на должностях педагогических и научно-педагогических работников, на граждан, проходящих федеральную государственную службу и являющихся обучающимися, действие законодательства об образовании распространяется с особенностями, предусмотренными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о государственной службе, а на военнослужащих, проходящих военную службу. Позиция союзников потеряна. Приказано вести артобстрел, чтобы прикрыть отход к пляжу. Бьют по деревне и отдаленным фортам. Черт! Фостер! Федерального закона от 3 июля 2015 года. Чертовы британцы! Обстреливают свою же позицию, чтобы прикрыть отход. Статья 5. Право на образование. Государственные гарантии реализации права на образование в Российской Федерации. Один в Российской Федерации гарантируется право каждого человека на образование. Два права на образование в Российской Федерации гарантируется независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, места жительства, принадлежности к общественным объединениям. Уже артобстрел! Черт! Российской Федерации гарантируется доступность и бесплатность в соответствии с федеральными государственными образовательными программами дошкольного, начального учреждения, среднего общего образования, среднего профессионального образования, а также на основе бесплатности высшего образования, если образование гражданин получает бесплатно. В Российской Федерации реализация права каждого обеспечивается путем создания федеральными государственными органами государственной власти Российской Федерации и органами местного самоуправления соответствующих социально-экономических условий для его получения, расширения возможностей удовлетворять потребности человека, а где Уайтхолл? Образование различных в течение всей жизни. Уайтхолл, новости из тыла. Каждого человека на образование федеральными государственными органами, органами государственной власти, субъектами местного управления. Один. Создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями нарушения развития и социальной работы, оказание ранней коррекционной помощи на основе специальных специфических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, запрос способов общения и условия в максимальной степени способствующие получению образования инклюзивного ванья лиц с ограниченными возможностями здоровья. Черт! Парни, снова началось! Два. Оказывается, содействие лицам, которые проявили выдающиеся способности и к которым в соответствии с настоящим федеральным законом относятся обучающиеся, показавшие высокий уровень интеллектуального развития и творческих способностей в определенной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности, в научно-техническом и художественном творчестве, физическом и физическом деятельности. Осуществляется Федерации в период получения ими образования. Они как муравьи тут кишат! Я не знаю, я не знаю!
государственных образовательных организациях. 4. Разработка, утверждение и реализация государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ, реализация международных программ в сфере образования. 5. Создание, реорганизация, ликвидация федеральных государственных образовательных организаций, осуществление функций и полномочий учредителя федеральных государственных образовательных организаций. 6. Утверждение федеральных государственных образовательных стандартов, установление федеральных государственных требований. 7. Лицензирование образовательной деятельности. А. Организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования. В. Федеральных государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные программы профессионального образования в сферах обороны, продукции по оборонному заказу, внутренних дел, деятельности войск Национальной партии Российской Федерации, государственной ядерной энергетики, транспортной связи, науковых производств, специальности, перечень которых обращается правительством Российской Федерации. Федерального закона 2016 года номер 227. Черт! Парни, снова началось! Федерации. 11. Установление и присвоение государственных наград, почетных званий, ведомственных наград и званий работникам системы образования. 12. Разработка прогнозов подготовки кадров, подготовки кадров на основе прогноза потребностей рынка труда. 13. Обеспечение осуществления мониторинга в системе образования на федеральном уровне. 13.1. Создание условий для организации проведения независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность. П. 13.1. Введен федеральным законом от 2014 года номер 256. Укрыться! Осуществление полномочий в сфере образования. Настоящим федеральным законом. Федеральные государственные органы вправе обеспечивать федеральных государственных образовательных организаций предоставление общедоступного бесплатного общедоступного профессионального образования, а также организацию предоставления дополнительного образования детей. Нашего убили! Черт! Парни, снова началось! Статья 7. Полномочия относятся следующие полномочия.
помочь. Финансовое обеспечение осуществления переданных полномочий, за исключением полномочий, указанных в части 10 настоящей статьи, осуществляется за счет субвенции из федерального бюджета, а также в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете субъекта или не менее чем в размере планируемых поступлений в бюджет субъекта Российской Федерации от уплаты государственной пошлины, связанной с осуществлением полномочий и зачисляемой в бюджет субъекта Российской Федерации в соответствии с бюджетным кодексом России. Так. Три. Общий размер субвенции из федерального бюджета бюджетом субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий определяется на основании методики, утвержденной правительством России.